Порядка 3000 жителей региона, представляющих организации, политические и общественные объединения, приняли участие в шествии и митинге, посвященном празднованию Дня весны и труда. Главное событие праздника развернулось по традиции на площади Марацей. Лучшим представителям своих профессий и коллективов вручили окружные награды. Да, это я такой инициатор. Меня сделали ответственную по этой колонии. Мы должны были отличиться. Вот такие мы трудящиеся Пустозерского дома-интерната. Ура! Отличились. Да. С каким настроением сегодня? С отличным! Ура! Молодцы! Это все мои товарищи. Каждый год представители организаций, политических и общественных объединений стараются, что называется, выделиться из толпы и сделать оформление своей колонны оригинальным. Здесь приветствуется все – спецодежда, таблички и прочая атрибутика, символизирующая специфику работы того или иного трудового коллектива и его отношение к Первомаю. У нас символ. Голуби, шарики, да? Да. Смайлики. А почему так? Ну, потому что мы жизнерадостные. С транспарантами и воздушными шарами представители трудовых коллективов выстраиваются в самом сердце города, на площади Марацей. Отсюда хорошо просматривается сцена, на которой разворачиваются дальнейшие события. 1 мая – это отличная возможность нам всем собраться. Всем, несмотря на трудности, которыми нас испытывает природа, мы имеем возможность быть вместе, сказать спасибо тем людям, которые каждый день ходят на работу и своим трудом делают нашу жизнь лучше, делают мир вокруг лучше и делают так, что мы с каждым днем все больше гордимся нашим округом и нашей страной. Лучшим представителям своих профессий и коллективов глава НАУ вручил окружные награды. Так, например, знаком отличия «Трудовая доблесть» удостоены мастер ПУК ИТС Владимир Молчаницкий и инженер Печора нефтегазпром Александр Коткин. Еще один знак отличия НАУ «Трудовая доблесть» первой степени отправлен в Канинский сельсовет, где будет вручен Федору Латышеву, оленеводу ненецкой общины с многолетним стажем, а также передан руководству Наринмарского хлебозавода для вручения наладчику Юрию Политову. За личный вклад в социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа высокая награда «Юбилейная медаль 90 лет» Ненецкому автономному округу вручается Кисляковой Зинаиде Васильевне, кондитеру кондитерского цеха открытого акционерного общества «Наринмарский хлебозавод». Также юбилейная медаль вручена Галине Тюкачевой, Виталию Трофимову, Серафиме Коваленко, Сергею Никитину. Почетное профессиональное звание «Почетный геолог Ненецкого округа» присвоено Али Зверевой. Почетными работниками связи за заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи на территории региона в 2019 году признаны Вячеслав Махнев и Мария Качева. Ирина Никишина, Антон Водряков, телеканал «Север».